Победили мы босса и доехали, и нам сразу же дали танк. Мы, ребятушки, наконец-то открыли новый танк. Новую машинку. Танк, спасибо. Сколько же этот танк стоит? Вот это мне интересно. Новое достижение. Я полон дивных ожиданий. Танк стоит 70 тысяч. Классно, классный танк. Этот 60. Тут можно бесплатно колесики сделать. Ну, давайте повысим. Ну что, поехали, поехали на машинке. Так, вот такая команда. Это мы в городе едем. Что здесь интересного такого будет? Сложного. Сейчас мы это увидим. А может, ничего сложного и не будет. Ну, вроде бы неплохо так оторвался от них. Ну, как бы, что, прямая трасса. И где же там финиш? А, вот и финиш, все. Yes! Первая позиция. Дальше едем. О-о-о-о-о, аккуратно. Здесь место для удара головы сделали. Да, магнит реально стал быстрее срабатывать. Это очень хорошо. Все, оторвались мы прям вообще неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь было опасно. Можно стукнуться. А трасса какая-то длинная, я так понимаю. Достаточно таки долго мы едем уже. Ну да, они что-то удлинили трассы. 50 секунд. 50 секунд, да ну. Все, стартанули. А, вот мосты пошли. О, теперь уже интереснее стало. С мостиками. Ой-о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 й, нет! Блин, а все убежали, да? А все уехали, как нормальные. Так, а что я здесь? Еще могу что-то сделать, разве? Да ничего ты здесь не делаешь. Все, мосты нам показали, что здесь сложно, сложно с мостами. О, главное не разбиться. Не проехали нормальненько. Нормальненько, нормальненько. Хорошо, мы лидируем. Первое место сейчас займем. Да, сейчас займем первое место спокойно. И в итоге мы получаем первое место. Так, специальное предложение. Ух ты! 480 рублей всего лишь. Машинка какая интересная. Так, а тут у нас... А, я ненавижу воду. Три этапа. Ну, ладно, попробуем. Поехали. Тут лучше, наверное, на багги ездить. Да, я ненавижу воду, лучше ездить на багги. Ох, нифига, чуваки. Но они могут разбиться, слушай. Спокойно. О, прям конкретно под водой плаваем. Я здесь когда-то ездил. Давай, 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 есть, подъезжай. А, финиш. Все приехали, да? Последний я еще приехал. Почему никто не разбивается? Да ё-моё, смотри, что творится, а? Ладно. Все, едем.
О, куда заехали? А куда мы заехали? А мы заехали наверх. Так, ладно. А я еще и разбил. А я себя не видел просто. Так, ну что ж, давайте поедем в городской среде. 3 километра почти что нужно нам проехать на баге. И надо нам не запортачиться. Там я покажу, где, в каком месте. У нас не получилось в прошлый раз. Сейчас будем стараться, чтобы получилось. Ага. Так, а что у меня там стоит за ускоритель какой-то? Сейчас посмотрим. А, у меня турбо стоит для переворачивания. Ну, так как мы на ней, на баге не переворачиваемся, поэтому она там, в принципе, не нужна. Ладно, надо будет поменять. А, сюда на баге я бы поставил бы... магнит. Магнитик бы поставил бы, но магнита нет, к сожалению. И поставила туда какую-то фигню, которая нафиг мне не нужна. О, смотри, я на одном колесе. И что? Я всегда хотел сюда заехать, в эту дырочку. Давай попробуем, что там? Что там? А-а-а, вон оно что, смотри. А эта штука двигается. Блин. Короче, если сюда попадешь, то ты уже отсюда никак не выкарабкаешься. А ну. Ага, ну он так-то она, система вся эта двигается. Но выкарабкаться отсюда уже не сможешь. К сожалению. Ё-моё. Да. Короче, ну хотя бы я узнал, что здесь находится. О, еще и перевернулись. Нет? Нормально все. Да. Так, а давайте посмотрим, какие у меня автомобильчики есть. Так, мотокросс. Багги для песка. Так, вот этот автомобиль спортивный тоже есть, но я его пока не купил. Мне он стоит дорого очень. Так, и вот танк. Танк я хочу купить. Но пока нету денег, ладно. А давай поедем на багги. На багги. Сколько? Ах, нифига. Я здесь на багги, получается, ни разу не ездил. Ничего себе. Видишь, прошли звезды. Ну, нифига себе. Я думал, я на багги везде проезжал. А нет. Вот здесь-то мы, ребятушки, и с вами монетки-то. И заработаем. На новый автомобильчик-то. Так, пока у нас 10 тысяч. Надо еще 1050. Что весьма много. Но если мы будем получать, брать вот эти вот сумочки с деньгами, то я думаю, мы много денежек заработаем. Ну, 1005. Точно. Может, конечно, это и немного, но... Ну, а что ж поделаешь. Оп. Ой, надо и машинку, понимаешь, получается... Раскачивать, да, чтобы она была более мощной. И хочется новые машинки купить. Вот и не знаешь, что делать. Иной раз не знаешь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, аккуратно. Так, ну здесь мы, в принципе, нормально проезжаем. Ничего страшного. Так... Сколько сейчас дадут? 140 монет. Они потом увеличиваются, кстати. Через время. 140. Потом 160. Ну, сейчас проверим, сколько будет сейчас. Я точно не могу сказать. Так, если 140 было, станет 150. А, нет, на 10. На 10 монет всего лишь увеличивается. Но это немного. Ого, видишь, он раскачивается, как бревно. Прям опасное место такое. Кто эти бревна сюда повесил? Так, сейчас будет 160 уже монет. Ну, мало, конечно. Да, 160 монеток.
Вот, а когда будет по 200 уже, вот тогда уже будет хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, едем, едем. Так, 170 монет. Так, бензинчик сейчас будет уже скоро заканчиваться, да? Я смотрю. А, нет, он сверху бензин, слушай. Давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. О, есть, забрали. Под самый конец. Так, а здесь опасно тоже. Аккуратно. Вот уже 2000 звезд заработали. И следующее, ребята, у нас. Следующий подарочек. 190. Так, аккуратно здесь проезжаем. О! Да, здесь классно было бы сделать двойные монеты, конечно. О, по 200 стали давать денег. Так, заезжаем сюда. Так, водичка. Аккуратно. Вот такая трасса большая. Бесконечная. Интересно, если здесь, когда трасса может раз и закончится. Конец у трассы есть, интересно, или нет? Такс. Такс, опять смотри, сейчас будет 210. А, 1600? А за что? Почему так много? 1600 нам дали. Ну, спасибо. За 1600. Видимо, здесь... А-а-а! Ё-моё, кто сюда это бревно вонючее поставил? Вообще, зачем ставить бревна? Чтобы мы все разбивались? Какая несправедливость. Две тысячи. Ой, до 100 далеко, конечно. Давайте поедем на монстр-траке. Так, два голубых монстр-трака. Едем. Так, а баги, смотри, нас опережает. Давай, 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 монстр-трак. Ах, не хватает энергии. Надо его прокачивать все-таки. Угу. Все-таки прокачивать его нужно. Ну да. Но я пока деньги, видишь, коплю на новую машинку. Ну, видимо, либо надо баги, знаешь, баги раскручивать. Потому что на баги я очень далеко, куда могу уехать. О! Так, на одном колесе давай попробуем. Шестнадцать тысяч монет уже заработали. Всего у нас 16 тысяч. Тихо, 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 давай, давай, вперед. О! Еще немножко, давай, 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 поднимаемся. Нормально. Так, пенопласт. Так, а что ж я не могу заехать на пенопласт? Давай назад. Делаем вот так вот. Опля. Наверх. Езда на заднем колесе. Ну, почему так мало денег-то дают? Я вообще-то стараюсь. Ох ты, давай назад и вперед. Да, все, кончился у нас бензин, но мы его успели взяли. Взяли бензинчик. И здесь попробуем подняться. Ни фин ты себе. Давай, 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 давай. Не. Все, разбились.